Так, всем привет! Сегодня я покажу вам, как сделать превью в фотошопе для видео на YouTube. Нажимаем на создать, смотрим, так, меняем имя, пишем любое. Так, смотрим, так, создали новый файл, да? Берем, создаем новый слой, этот мы удаляем. У нас остается такой. Теперь нам нужно открыть сам фон. Вот у нас будет фон. Открываем фон. Ждем, пока загрузится. Так. Нажимаем Ctrl-A. Перетаскиваем. Так. L скопировать на новый слой. Потом перетаскиваем его сюда. Закрываем. Не сохранять. Так, смотрим. Потом, если мы хотим изменить размер или подогнать, нажимаем Ctrl-T. Делаем так. Так. Ну, в общем, как вам угодно, вы сами под себя подгоните. Мы же сделаем, наверное, вот так. Да? Вот так как-то. Нажимаем Enter. Так, смотрим, да? Фон у нас есть. Теперь мы берем, нажимаем слои, выполнить сведения. Отлично. Так, у нас есть фон, да? Создаем новый слой, берем кисточку. Где-то надо затемним, где-то надо осветлим. Вот, допустим, я хочу так, чтобы по тут у меня было освещено, да? Чтобы акцент был на средней части, да? Я вот так беру, осветляю тут. Не стоит слишком вдаваться в подробности, в эту картинка будет маленькая, она будет примерно вот такого вот размера на YouTube, сам значок. Так, потом берем текст, нажимаем сюда, да, и смотрим. Вот я скачал шрифт, вот он называется Capital It Rus by Lajaka. Извиняюсь за свой английский. Так, вы же можете скачать любой другой, какой вам понравится. Пишем тут свой текст. Ростекст. Любой текст пишем, неважно. Так. Так, выбираем цвет. Так, извиняюсь. Так, вот наш текст. Зажимая Ctrl, мы можем изменять его размер, да, и перемещать. Вот так подгоняем. Ну, перемещать можно без Ctrl. Так, вот так мы можем его вытягивать в разные стороны, увеличивать, изменять пропорции. Так, ну, что мы видим? Мы видим, что текст тут надо на фоне, он должен быть такой более черный. Значит, чтобы его было лучше видно, мы берем, делаем его черным. Но видите, все равно не получается. Значит, берем, делаем прямоугольник, делаем его белым. Так, заходим, перетаскиваем его сюда, нажимаем сюда, тут берем, делаем выровнять по выделенному фрагменту, смотрим, он у нас четко выровненный, текст четко видно, да, вот просто текст, отлично. Так, берем, значит, тут у нас, если все нравится, ничего не трогаем. Перемещаем этот слой сюда. Ну, вам же не обязательно это делать. Потом заходим в слои. Так. Да. Объединить с предыдущим слои. Объединить. Видимое. Да. Что мы получаем? Вот мы видим, у нас уже готовое превью. Теперь мы хотим сделать цветокоррекцию, да? Мы можем зайти сюда, в кривые, выбрать зеленый, посмотреть, ну так, допустим, поставить.
потом синий. Синий более такой холодный, да, будет. И красный. Красный. Вот мы понижаем красный. Вот, думаю, вот так вот достаточно. Так. Все. Так, смотрим, как оно выглядит без. Вот так выглядит цветокоррекция. Так, заходим в слои. Объединить видимые. Выполнять сведение. Какая разница. Все, вот мы видим, наше превью готово. Теперь можем сохранить как. Вот так и сохраняем. Превью можем, ну, сохраняем желательно в JPEG. И еще размер превью не должен превышать 4 мегабайта, иначе вы не зальете саму картинку. Нажимаем сохранить. Все. Далее я покажу вам, как залить саму картинку на YouTube. Итак, продолжаем. Значит, как закинуть значок в ваше видео. Вот, допустим, вы нашли видео, да, сделали его, открываете, да, оно открывается. Смотрим внизу значки видео, ждем, пока у нас в очереди загрузки появится. Вот, нажимаем на кнопку «Свой значок» и выбираем любой значок, который вы захотите. Вот, допустим, вот у меня вот выбираю, идет загрузка. Да, и еще у вас не получится, тут не будет кнопки «Добавить значок», если ваш аккаунт в Google не активирован. О том, как активировать ваш аккаунт, я видео, может быть, сниму, может быть и нет. Но для этого нужен ваш номер телефона. Думаю, вы и без меня это, да, знаете. Вот. Ну, все. Всем спасибо. Оставляйте комментарии. Оставленные комментарии я прочитаю, да. И можете... Точнее, я посмотрю ваши каналы в комментариях. Могу поставить вам лайки. Подпишусь. Все это за комментарии даже. Все. Спасибо за просмотр. Всем пока.